вами рассказывают все, что знаем. А мы знаем, в общем, ничего. Не знаем. Имя нашего шофера, если мы потерпим аварию, на всякий случай, Руно Фин. Давайте похлопаем на всякий случай. Но от этого у него слова не добавили. Значит, мы следуем. Это не точно, конечно, но примерно. Первый пункт, который называется Хверагерди. Хверагерди. А может быть иначе. А потом вернемся домой в 16 часов. Название Селфос. Пост, который мы проехали, находится на реке Хвита.
Мешочка не разложили. Прекрасно. А кто открывает бутылки? Где Тайлако? Тайлако! Кто по открытию? У тебя там есть в кармане что-то там. Где он? А тут что не видите? Поближе к природе что-то. Кто вы боржоми? Боржоми Тайлако. Да. Вид, конечно, прекрасный. Нет, еще вот здесь поставить. Когда же этикет? Да я ж двух не умею. Так, где там Александр сейчас? Вот тоже? Же я. Да. Как, сейчас, как боржоми? Лучше водки. Боржоми прекрасней. Да, только так. Но поздно, Джонни, пить боржоми, если почки отвалились. Да. Только проверить это невозможно, мы чтобы узнать, что кто хочет. Рыжко, рыжий, где ты? Да, я представляю. Засветила пленку. Я самосылочку боржоми не поставил. А как было до указа? До указа сейчас бы люди взяли с тобой боржоми налили бы. Обычно от 38 до 22 разрешается автомобильное движение. Там есть воронка, да? По гейзеру. И вода сверху. А? Вода сверху? Да. Она подойти не может. Должен взорвать. Это срабатывает, это срабатывает. А когда вот вы... этот вы видели огромный зимой. Да нет, так это холодно, там кипяток. Лупашка, ты же не лезешь в эту сорву. Пожалуйста, кто на нем? Да, да.
Thank you.